Ассаляму алейкум. Алхамду лиллахи раббиль аламин. Вассаляту вассаляму аля расулина ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Аль-хадису фи сунани Тирмизи. Ан Аишата радиллаху анха калят, каля расулиллахи саллиллаху алейхи ва саллям: «Аль-мар'у аля дини халилихи, фальянзур ахадукум ман юхалил». Этот хадис приходит в сборник имама Тирмизи от Аиши радиллаху анха, что пророк Мухаммад саллиллаху алейхи ва саллям сказал: «Человек пребывает в религии своего друга, поэтому присмотритесь, с кем вы дружите». Этот хадис, несмотря на его краткость, он очень с большим глубоким смыслом. У нас есть такая поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». В действительности так оно и есть. Наше общение, наше окружение, оно очень сильно влияет на нас. Хотим мы этого или не хотим, тот человек, с которым мы общаемся, с которым мы дружим, вместе принимаем пищу или занимаемся каким-нибудь хобби, спортом или еще чем-то, этот человек на нас влияет, и мы влияем на него. И здесь происходит обмен, нравственный обмен. То есть человек приобретает качество, характер своего друга или тот, с кем он близко и тесно общается. Поэтому мусульманину очень важно посмотреть на того, кто его окружает или кто рядом с ним находится. Посмотрите, если рядом с вами, вокруг вас люди беспечные, люди грешные, люди, которые не видят разницу между халялем и харамом, люди, которые не молятся, люди, которые не посещают мечеть, то, скорее всего, вы относитесь и к этой же категории людей. Но если же вокруг вас люди набожные, люди, которые боятся Аллаха Та'аля, люди порядочные, интеллигентные, умные, грамотные, то, иншаллах, скорее всего, вы относитесь к этой же категории людей. Пусть Аллах Та'аля дарует нам хороших, праведных друзей. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху.